В 90-е годы аграрный сектор района претерпел стагнацию. Сократились посевные площади, наблюдался дефицит горюче-смазочных материалов. На тот момент на 900 тысяч гектаров посевных площадей было засеяно всего 150 тысяч гектаров. Сегодня ситуация уже иная. По словам руководителя районного отдела сельского хозяйства, благодаря субсидированию вырос объем агропромышленной продукции. В данный момент посевные площади увеличены до 650 тысяч гектар. Район является вторым регионом по площади пашни в республике. Со стороны государства оказывается большая поддержка сельхозтоваропроизводителям по субсидированию. В 2011 году зафиксирован рекордный показатель в сельском хозяйстве. Средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара. Для получения качественного урожая в районе уделяется внимание закупу семян высшего сорта. За годы независимости в районе построено 6 зерновых элеваторов емкостью 260 тысяч тонн. Район является основным экспортером зерновых культур в дальние и ближние зарубежья. В связи с высокими качественными показателями зерна, только за 2021 год обновление машино-тракторного парка составило на сумму 2 миллиарда 118 миллионов тенге. За последние годы проведено 100% цифровизация сельхозугодий. Поголовье скота в районе составляет около 55 тысяч человек. За последние 3 года открыто 27 мясных ферм, введены в эксплуатацию 2 молокоперерабатывающих цеха. Зарина Жунисбекова, Жансулу Жиенкула, Мирко Ишибаев, Ковщи Ахпарат.